дорогие мои, сегодня 29 сентября 2020 года, Рождество Христово. Вот, и размышления над систематизацией всего того, что я наговорил за год, ну, в течение последнего года, привело меня к достаточно короткому вопросу, но он, так скажем, некий вывод из всего того, что я сказал, но продолжение. Весной я говорил о том, ну, задавал этот вопрос, по-моему, это было 1 апреля сего года. Зачем? Там он звучал в видео «Почему?», но я потом в комментариях сделал «Зачем?». Вот, так вот размышления к некому саммари всех этих размышлений привели меня к вопросу продолжению, к более узкому вопросу. Давайте попытаемся ответить, ну, мое предложение, задуматься, попытаться ответить себе, каждому из нас, зачем мне нужны деньги. Простой вопрос вроде бы, да? Но, ну, немножко более широко попытаться на него ответить. Не то, что я там куплю жене шубу, там, и себе машину, а чуть-чуть пойти на шаг вперед. Вот такое мое предложение. И ответы, ваши ответы на этот вопрос, наверное, я очень надеюсь, дадут мирозданию, ну, некую новую информацию для принятия каких-то решений и для продвижения по пути, о котором я столько много говорил. Увидимся. Пока.